Настаивайте. Watchlist ок. Блять, я прогрузился. Фух. Камера ок. Че, у тебя комп слабый, типа? Ну да. Step up. Главное, чтобы охлаждение так, было. Battle Arena 6, братка еще. Пока ждем команды. Так, проверьте, что у вас все модули онлайн, что вы можете лочить такое же количество целей, как обычно. Блять, реджектов забыл закрыть. Поклонницы конвайт. Нет, но во время боя очень могут. Правильно, ты в телевизоре сразу популярный. Да. Так, линки и дальности по 2 эпа. У нас все нормально, мы готовы, да? Линки у нас все нормально, да. Распределены. Mm-hmm. А какие у нас дальности по 2 эпа? Сакры в 30? Сакры в 30, остальные в 50. Так точно линки все распределены? Да. Какие, да? Нормально? Да. Скажите, да. Какие у вас линки прямо сейчас, быстренько. Два инфо и на толщину. Ой, на Rapid Repair. Да, Rapid Repair на понтике, а на профисе резы и толщина, да, толщина и скорость бега. Хорошо. Сейчас, у меня во дворе какие-то идиоты. Окно закрой на время этого. Подскан работает. Да. Ну а чё, чё вон перестал бы... А, оператор до этого выключали. Да. В заводе всё время чекали, он работает. До этого чё, в прошлом Нет, году... Нет, на первые наши бои не работал. В общем, Battle Arena 6, да? Не, да, в подкасте, но лучше сами её найдите. Да. Так, сакры в 30, остальные в 50. Угу. Так, приготовьтесь. Опа. Нет. Нет, еще нельзя. Он говорит просто, приготовьтесь. Ой, это хорошо, что ты браткаст, а то я их из овера убрал. Все, варп можно, по идее, да? Ага, сакры в 30, варп, остальные в 50. Варпаем. Все в варпе, все? Ага. Вижу. Ну? С богом. Чё, мы опять первые пришли? Виндикатор, Purifier, Абицу. Болгорно-виндикаторный, походу. А, нет. Болгорно... Есть Болгорно? Я не вижу его. Не вижу балла. Тоже не вижу. Что? Индикатор. Они их всегда банили, а тут взяли. Так, понтифик, два пурика, рабицу, два вексера, два вентикатора. Нет, и курса. Курса? Угу. Да, курса. Так, смотрите. Сколько в 20-30? Так, смотрите, у нас все... Посмотрите, какие вентикаторы, пожалуйста. Ага. Пушки постройте, ребята. Нет, погодите. Ну, походу, бластеры. Бластерные. Бластер, да, нейтроны. Ага. Короче, нужно заджамить курсу, рабицу, оба виндикатора и пурики еще офджамерами. Мне кажется, так. Смотрите, вы все амарские джамера кидаете в рабису. Джамите ее. Бобров убиваете этим дронами. А виндиков вы отжамливаете голенскими джамерами. В принципе, все. Если курса нам будет мешать, вот как мы делали с шотганом, если нам курса будет мешать, то вы ее заджамите. И при этом мы перестанем джамить рабицу. Сакрами кого скринить? Давайте так, вы сакрами джамите курсу. Я же смотрю на джам. Если не прошел, я джамлю эту рабицу, да? Вы джамите, точнее, рабицу. Я смотрю, прошел, не прошел. И если прошел, я джамлю курсу по умолчанию. К
Короче, нужно... у меня три голенские, я их кидаю на виндики, а непрофильные угу. кидаю на бобры. Хорошо. Да. Я трагдижу виндик Сулейман. Я второго тогда. Да. Красавица. Ребят, так, айтем, вот, на, давайте, первый будет пурик Дана для антимелочи и для всего, для дронов. Второй будет пурик Long Drinks. Кого нам отскринить сакрами, скажите? Да. Виндики? Я думаю, виндики, да. Да, тогда, знаешь, зум, держим их на энджи, там 8,5, угу. И как бы тегдизами, ну, чтобы они не дамажили. Хорошо, важно их затаклить немножко, постараться отдельно, тогда... Да-да-да. Тогда они не смогут вдвоем туннелить одну цель. Вот как а, мы тогда не ашуем, мы чуть-чуть отскриниваем. Так, это... Я беру Сулеймана, а тебе тогда остается Онаве. У них будет наверняка ЕЦМ-саппорт вот на виндиках с бомберов. У них, скорее всего, трэкдизы там какие-то будут, или гвиденсдизы да. на бомберах. Ну, с вексера. Кстати, с вексоров скорее, потому что та же раса, не? С серпами. Угу. Так, пьюпурики у них с бомб-лаунчерами. Да, Николай, поэтому... Если тебя держаться, или ехать... Их надо отправить. Это да, нужно... Вы держитесь я... рядом со мной, держитесь рядом со мной. Одного я отстрелю, вообще. А вот второй... Давай сразу заджамим Рабицу и сфокусим дронами пуйки просто и забудем ну, о них. Так такой и есть план. Курсу все-таки надо джамить, потому что у нас на сакрах нет комбустеров. Да. Ой, да. И на вексорах. Да. А как двигаются бойносники? Что мне на делать на своем карете? А, понтиком ты стараешься, помогаешь, короче, скринить виндики, если они, не дай бог, проедут. Это профессии, наверное, или понтик? И профессии, и понтик. Мне кажется, курсу лучше. Профессии больше сидит на мне. Вот. И если у меня курса будет, да. Мы просто ему накачаем капа. Да, и профессии накачают. На самарских сколько? 5? Ну, хватит на курсу. Да. Курсанов да. на 40 дней. Рабица, на рабицу как минимум очередь. 3. А на курсу 1 или 2 там. А, главное где... рабица. Потом... Да, Зум, смотри, мы... если виндики будут более-менее надежны в джаме, то можно вам въехать в курсу. Хорошо. И убить ее. Она очень тонкая, по идее. Ну, не как очень тонкая, тоненькая. Еще такой момент. А может быть лучше джамить один виндик, но... Ну, с большей вероятностью, чем два, потому что один мы типа выкачаем, а два не прокнет. Тогда... Под курсом мы можем не выкачать. Не работает. Там оно так не... Ну, то есть там без разницы, понимаешь? Да, ты можешь оба джамить. Закры у нас скидать, и как да. Не, как скажете, я... Вы распределили, кто какой виндик трекдизит? Да. Да. Хорошо. Постарайтесь не вместе их как-нибудь поймать. Угу. Да, мы постараемся, но я не знаю, их нельзя просто сильно так. близко к нам пускать. А мы кором из руков Хамелеона и Логиста куда едем? Едем в сторону Рабиса. Нет, едем в сторону Рабиса. Мы наоборот натапливаем туда. Ну, Ника, мы не сразу будем скринить виндики, мы дадим им немножко растянуться. Да. Дайте им растянуться, да. Может да. назад немножко? Значит, сначала я буду назад ехать. И вы со мной. Только не сильно уезжайте, я вас понимаю. Ага. Ник, у тебя МВД или АБ? АБ, естественно. Угу. Ну просто виндики нас догонят. Я думаю, у виндиков да, там пусть... будут офигенные сенсоры с накачкой. А, приготовьтесь и кидайте ремботов на наши сакры. Mm-hmm. Обновите watchlist. Профессия в первую очередь кидает ремботов. Хамелеон, соответственно, режет бобров. 30 секунд. Понтик смотрит, что делает. Там, блять, будут рем ЕЦЦМ. 100%. Ну ничего страшного. Вы бобров убьете? С вексоров на виндиках. Ну ничего страшного. Колдырский. 15 секунд. 10 секунд. Еще раз я трагдирую Сулеймана. Да, можете колдырскими джамить вексоры. 4, 3, 2, 1. Поехали. Поехали. На пурик Дана скиньте дронов по возможности. Курса залочила. Топят виндики. Да. Угу. Меня уже лочат. Топят. Да, давай немножко, наверное, назад отойдем, а потом сделаем Кодема рывок. Нет. Так, панди. Топся. Пурик, да, да, в джаме. Пурики далековато, да? Так, они ждут, по-моему, друг друга, да? Да. Пурик, да, Сулейман, короче, по-моему, поехал, да? А второй? Сулейман вперед. Сулейман залочил. Да, можете собрать. Сулейман джами. Давай, Панди, врываемся, короче. Я Сулеймана беру. Мистер Спакси в джами. Врываемся.
Угу. Я постепенно разворачиваю сверху, как бы объезжаю их. Сверху слева. Сверху слева, хорошо. Ага. Еду за Никой. Сулейман, рабицу в джаме. Давайте, убейте дрона. Бобры сейчас должны подыхать. Сулейман, второй цикл джама. Ехать с мартой на этот виндик, значит, случайно. Профиси сильно не едут мне. Зарем бомбай какую-нибудь виндик. Рабицу опять в джаме, рабицу опять в джаме. Бобер, Пурик сверху, видите, на МЖД бикон пошел. Он может к нам влететь. Сулейман, Лонг Дринкс в джаме. Ползем потихонечку. Там боевые дроны. Мистика качаем. Давай. Угу. На мистика дронов, ребят, на мистика дронов. А у кого инфили? Рабицу вышел. Я сейчас его уже забрал. Я короче, знаете, сейчас курса к нам поедет. Видите, курса едет к нам. Я еду назад. Я на курсу даю дрона. Я тебя тремя лейками качаю, все ок. Хорошо. Соберите ремботов. Уберите оттуда ремботов. Соберите. Панди, туннелим Сулеймана, окей? Окей. Лонг дринкс в джаме. Сулейман в джаме. Курса джам. Соберите ремботов. Она не едет от меня, да. Подойти к себе, покачать уже капу. Подъедь. Да, на волкер в джаме. Все, отлично. Вы можете сейчас курсу поймать. На курсу поймать. Могу, ловлю. Давай. Понтик лучше пусть поймает. У меня на курсу дал домашних дронов. Ага. Панди, давай с тобой джавелинами по курсе. Кор, мы едем вправо, видите? Меня снова курса не едрит. Панди, мы едем вправо. Держу курсу. Давайте, Хамелеон, Юглас, к нам. Блядь. Че, мы не едем в их? Мы едем вправо. Хорошо. Я тебя качаю, все ок. Сейчас надо перекинуть Джамира на Виксера, они близко и... Ребят, курс на праймере. Они, кстати, дронов отстреливают нам. Следите за ними. Мне дронов отстрелили, да. Блин, нам надо заджамить Рабису сейчас. Заджамить Рабису. Меня плохо нетрит курса. Курса джам. Я уезжаю. Хамелеоном за мной едет тоже. Еду за тобой, Хамелеоном, все в порядке. Я еду в сторону солнца. Сейчас. Что опять бьют мне дронов? Может какой-нибудь понтик, я не знаю. Он блин. Рабису в джаме. Давайте курсу греем дамаг на курсе. Секондари будет. Вы не стреливаете? Вексор Скайлер будет секондари. Для дамага. Вексор Скайлер будет секондари для дамага. Рабису вышло только что из джама. Давайте прибавим. Есть! Вексор Скайлер праймари для дамага. Пурики врываются, на пуриков дронов дай, пожалуйста. Да дану волка. Ремботов соберите и вообще домашних всех ботов. На лонг дринкса, пожалуйста, дронов. Ага. Да, можете на бобров кидать, они друг друга не будут бомбить. Я дамажу с Скайлера. Он АВЭ виндик в джаме. Понтик, я могу приехать на виндик, посмартить на нем дронов. Если Рабиса в джаме, можно понтик убить. А там сакра есть, Давайте понтик, худи мафия праймари. Она должна заджамиться. Худи мафия праймари. Дал дронов на дану. Отлично. Так, меня... Хамелеон, выше едь. Еду к вам, выше. Так, начали бить профиси. Я тебя качаю. Уезжай нахуй. Я его выкачу. Я его держу, но ты уезжай. На Рабис нужен джам. Надо добить понтик. Не проходит у меня. Рундальф, пожалуйста, поджами. Я пытаюсь. Нихуя не травлюсь. Сика. Ладно, сейчас пройдет. Пурики, натрави на дронов на пурики, и мы должны их как-то зацикливать. У меня есть дроны на пуриках, все в порядке. Их дамажу постоянно. Хорошо. Дана Волкер едет. Надо джам. Рабису в джаме. Давайте, греемся на пурике. На понтике, на худи мафии. Греемся. Можешь выйти оттуда, профси. Киньте ремботов на профи. Уезжай, мы оба все. Он едет, я его выкачиваю, все. Худи мафия. На дизарема даю ремботов. Все. Да, я выкачиваю. Хорошо, я даю. Убейте ремботов, я лучше буду смартить себя домой. Да. Сулейман, джам. Да все, мы тут вытаскиваем изи. Тихо. Дронов с меня снимайте, дрончиков, ребята. Хорошо, убирайте. Я смарту включу свою. Мы не убили пурик и не убили понтик. Я убил один пурик. Убил, тогда второй бей. Не грейтесь сейчас. Хорошо, тогда я просто туннелю Сулеймана.
Нам надо ближе к рабице. Скажите, ага, хорошо. Скором, пожалуйста. Проезжаем, проезжаем мимо. Давайте, я Сулеймана туннелю. Рабица в джаме, рабица в джаме. Давайте, убейте Худима. Не, Худима для нас далеко. Проезжаем, проезжаем, короче. Попробуй Пурик, а Пурик второй далеко. Очень далеко Пурик. А с кем-то очень далеко. На Худи, да, на Худи стравливайте, ребят. Худи праймари. Худи я с Трипком буду выезжать, конечно. Я тупо туннелю Сулеймана. Вы его не пробьете за цикл джама. Объезжаем. Алло, народ, объезжаем винтик справа. Объезжаем, давайте. Все ок, все ок. Выкачиваем. Эх, блять, хорошо вы ездить можете. Банди, туннелем этого самого, виндикатор. Ботов на профи, ботов на профи. Быстро. Быстро, ботов на профи. Погрей резы, погрей. Заджамьте виндики. Ботов на профи, парни, дес, грейся. Заджамил Сулеймана. Я греюсь. Отползай, иди саем. Капа, можете? Минус профиси. Скайерхок в джаме. За мной ползите. Вы должны держать виндики. Бьют меня, по-моему, мистика бьют. Ага. Джамьте хотя бы виндики, потому что... На мистика ботом. Общий дамаг мы не держим. Качаем. Тем более сейчас без... Сконцентрируйте джам на виндика. Надо мелочи стрелить быстро, у нас 3 минуты осталось. Так, сейчас. Джамьте виндики и рабицу, остальное похуй вообще. Ближе к рабице. Сулейман джам. Угу. Мы ползем к рабице. Заджамьте рабицу и убить еще пару мелочи. Да. Понтик очень близко. Виндики и рабицу и все. Худи мафия может кто-то затаклить? А может, кстати, действительно рабицу убить? Да не успеем. Нет, ее, подожди, 2,5 минуты осталось. Угу. Хорошо, тогда худи мафию бьем. Виндик вышел из джама. Ну его затаклить. Я подполз. Мы не можем затаклить. Я не могу отпускать виндик. И я не могу. Я бью Худи мафию, но его надо подтаклить. Поновая половина цикла джама. Но он сейчас... Могу вексер затаклить, Скайлер. Может рабицу тупо... Рабица джам. Хорошо, греемся на Худи мафию. Худи мафия, убиваем Худи мафию. Он не затаклил. Ее держат? Вексер, Скайлер. Какой? Скайлер Хок. Хорошо, okay. Скайлер праймери, да? Рабиса еще джам. Скайлер правильно, праймери, правильно, парни? Да. Хорошо. Да. Нормально, у них бабло. Нормально, мы выкачаем это все. Ника, меня качай, потому что меня... Да, я тебя выкачиваю. Так, меня скрамит вексер на фигня. Уезжай. Ага. Еду. Какой вексер скрамит? Скайлер Хавк. На нику реботов, парни. На нику реботов. Грязь. На нику реботов прямо сейчас. На мне куча ботов, дронов. Снимайте боты там, блин, около виндиков. Кидайте на нику, что за хуйня? Еще одна минута. Я живу. Все. Нам что-то убить надо, иначе... Нет, мы выиграем. Вексорок убейте и все. Только главное, ничего не слей. Не сливаемся. Ника, меня, я грею термалхар, качай. Сулейман джам. Ага. Хорошо, умничка. Он не джам. Перестаю джам. Все ок. Он на джам. Давай, не дамажит сейчас. Вексора, может, убьем? Вексора, Скайлера, я туннелю. Кричить. Скайлера, я туннелю. Блять, Сулейман из-под скамера ушел. Все в порядке, они оба в джаме, все в порядке. Успокойтесь. Сейчас, я там... Этими, уйдите от виндика. Поймайте виндик. Я дал скрам, все окей. Дал скрам, все окей. 30 секунд. Отлично. Мы почти пацаны. Да, мы. Рабица джам. Добейте вексер и вообще супер. Не, мы его не добьем. Он давай еще цикл джама. Он очень жирный, просто пиздец, какой жирный. Ника, меня, вот по-моему, заскрипковали, Сулейман сейчас меня бьет. Да. Ребят, джамьте тупо дамаг. Сулейман джам. Полностью джамьте дамаг. Полностью джамьте дамаг. 5, 4, 3, 2, 1. Все, домой. Оу, ее. Просто, блядь, я вас всех обожаю. Вы не пропускаете. Красавцы. Забираем дронов. Ну-ка, собирайте дроны. Намного лучше могли сыграть. Их всех можно было убить, вот, да. На самом деле, профись не, под виндиками не нужна там была, честно. Ну да, говоря. Ну ничего. Мы их растаклили, все, больше. Я курсу поймал и... Под виндиками курсу. Типа того, да. А мы курсу вдвоем, кстати, держали. Ой, блядь, ух. Красавцы, молодцы.
Молодчик. Гиджи, гиджи, парни. Но сколько они зато на меня слили время. Не, ну сетап у них ебловатый, что пиздец. Вот реально. Странно. Да, ебловатый. Если бы мы сатаклили понтиком, мы бы его убили, изи. Но, блин. Мне кажется, они переиграли сами себя. Жалко, мы виндики не увидели хит. Ты той же самой. Ой, блядь, пойду покурю. Да уж, убить. Надо накатить. Затаклить. Вексеры тащат.